Здравствуйте, ребята! Я Зайчик Ушастик. Сегодня я подготовил для вас загадки про животных. Попробуйте их отгадать. Итак, первая загадка. Что известно нам о нем? Сторожит хозяйский дом. То рычит, то лает, то хвостом виляет. Кто это? Это пес. Молодцы! Ночью он совсем не спит, дом от мышек сторожит, молоко из миски пьет. Ну, конечно, это кот. Умнички! Он и стройный, и красивый, у него густая грива. Он копытами цок-цок, покатай меня, дружок. Кто это? Это конь. Замечательно! Кто имеет пятачок, не зажатый в кулачок? На ногах его копытца, ест и пьет он из корытца. Это поросенок, правильно! За витком его рога, ну а шубка дорога, вся в колечках, шерстяная, очень теплая такая. Среди беленьких ромашек бродит на лугу барашек, правильно. В чистом поле и в хлеву я жую, 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 ем и сено, и траву, молочко потом даю. Папе, маме и ребенку. И зовут меня Буренка. Это корова. Здорово! Есть бородка, шерсть и ножки, ушки, хвост, а также рожки. Хоть я блею, не пою, молоко тебе даю. Я такая ягоза, и зовут меня коза. Молодцы, ребята, все загадки угадали. А давайте теперь вспомним, каких животных мы отгадывали. Первая загадка была про пса. Вторая про кота. Третья про коня. Четвертая про поросенка. Пятая про барашка. Шестая про корову. И седьмая про козу. А как вы думаете, как можно всех этих животных назвать одним словом? Это домашние животные, потому что они живут рядом с человеком. Молодцы! А теперь пришла пора прощаться. До свидания, ребята! До новых встреч!